Представляю вашему вниманию дом на болотах. Я бывал здесь очень давно, еще до создания этого канала. В этой деревне жила моя бабушка, и в детстве, когда я приезжал к ней на летних каникулах, про этот дом ходило много местных легенд. Будучи в детском возрасте, вечерами мы с друзьями подходили к этому дому, чтобы испытать страх, но никогда в него не входили. Люди очень давно покинули этот дом, и вот спустя долгие годы я вернулся, чтобы проверить то, что в детстве наводило на нас ужас. Друзья, вот мы проходим мимо дома, в котором сегодня я буду находиться, дожидаться ночи. Вот здесь какие-то строения, еще есть сараи. Потрясающее дерево, огромнейшее. Пробирался я сюда по жуткой крапиве. Вот. Собственно, этот дом. Время завалило за полночь. И сработал прибор. Первый раз за все время. Жизнь на погоду показывает. Жизнь на табло не показывает. Почему-то здесь как будто бы только без меня происходит какая-то активность. Блин, АГФ.
Да. Здесь кто-нибудь есть? Провалиться. Опять стуки. Стоп. Можно на чердак залезть? Так. Посмотрим, что наверху. Опа, свет. Свет отрубился. Охренеть. Друзья, короче, сейчас вырубился свет в той комнате. Здесь похоже, что полтергейст, потому что двигается. Стулья двигались, аппарат мой, который работал, тоже отлетел. Так, ладно. Что ж, сейчас какое-то затишье. Какая-то типа... Тишина. Ничего пока нету. Давайте еще раз подождем чуть-чуть. Я сейчас вон там организую себе, где посидеть можно. Минус свет, друзья. Я фонарик из этого выпускать не буду. Thank you.
все, звук отсюда какой идет. Друзья, я сейчас еще немного побуду здесь, пока выключу вот эту камеру, так как поставить нам ее пока некуда. Друзья, я здесь провел какое-то время еще, после того, что были эти шум, двигалась мебель и все остальное. Наступил какое-то затишье. Я думаю, что сейчас я уже прочитал один ритуал и осталось только кое-что сжечь. Сейчас я это сделаю и посмотрим, что будет. Это конечный ритуал. Он либо раскроет до конца сущность, которая обитает здесь, и все будет происходить еще сильнее, либо совсем прекратит это все. Ну что? Сейчас мы либо узнаем, кто это на самом деле, и выйдем на контакт на какой-то, может быть, стуками, либо все прекратится. Так, я думаю, взять ту камеру. Это нам больше не пригодится. Произошло до того. Но оно еще здесь. Опа. Опа.
происходит? Жутко вообще. Вот это жутко. Давайте подойдем, попробуем открыть ее сами. Опа. Все, ребята, свет у нас погас. Так, ну без света я здесь явно оставаться не буду. Надо как-то потихонечку собираться. До сих пор холодная, она прямо леденящая. А это круто. Это нормально. А это прямо холодно. Ой-ой-ой. Кто здесь? Блин, света жутко. Друзья, ну без света я здесь долго не буду сидеть. Двигается все, короче. Сейчас я в кучу все сложу. Нереально, жутко. Я что-то не хочу. Хочу в одном месте все собрать. Ничего я не оставил. Камеру забрал. Все шалит. Так. Не-не-не, короче. Пока тише. Надо собираться. Пока здесь все тихо, надо собираться здесь. Так, как же мне это удобнее сделать, чтобы посадил он, короче, мне, ребят, свет. Напрочь посадил свет. Я уже видел такое. Говоря коротко, это, в общем, полтергейст. Но он не слишком сильный, не особо. Если бы был сильнее, было бы как в проклятом доме, когда шкаф падал.
Ничего не оставил. Так, переключить снова. В темноте, понимаете? Со светом бы я еще здесь понаходился. Вот, пожалуйста. Эта дверь закрылась. Со светом я бы еще бы здесь походил. Но с одним фонариком, который тоже на исходе. В полной темноте оставаться, к сожалению, я не намерен. Так что, в принципе, я вам показал, активность имеется. Так что можем покидать этот дом. А вот сейчас, кстати, затихло. Последний, наверное, этот ритуал, он как бы изматывает ее. Сущность, которая обитает в доме. И она из последних сил, вот то, что она смогла выдать нам. Даже дверь заморозила. Так что, друзья, можем уходить отсюда. Вам больше не пригодится. Так ее можно убрать. Так, а оно еще здесь. Опа. Опа.
Опа, 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 опа. Все, ребята. Свет у нас погас. Так, ну без света я здесь явно оставаться не буду. Надо как-то потихонечку собираться. Двигается все, короче.